Кель Жанажил. Именно под таким названием в городском доме культуры прошла выставка рисунков и подделок, выполненных руками ребятишек. В мероприятии приняли участие около 60 учащихся различных кружков. С произведений талантливых детишек невозможно было отвести глаз. Здесь были выставлены работы разных жанров. Кроме того, ребятишками также был организован небольшой концерт. В свою очередь, руководители кружков вручили дипломы участникам и новогодние подарки. Много поделок из папье-маше и соленого теста. Всем с Новым годом!